Ну что, поиграем в игру «Бег за золотом»? Готовы проиграть сегодня? Я готова выиграть. Ребят, проверим, выиграет сегодня Наташа или нет. Она обещала тренироваться, сейчас посмотрим. Изменила что-нибудь или нет? Готова? У нас, кстати, ее новогонка, ты видела? О, что это значит? Ну, мы можем выбрать, смотри, Кибер Анжела, Том, это если откроем карточки, и мы будем собирать вот такие там батареечки. Нет, это у нас уже открыто, ты сейчас не откроешь. Я сейчас карту сюрприз открою, смотри. Так. Вот такие штуки неоновые. Мы будем собирать. Ого! Угу. Такие батарейки. Угу. Подзарядимся, да, с тобой? Подзарядимся неончиком. Я, кстати, буду играть Гипер Анжелой. Так, это закрывать, да? Да, да, закрывай. Угу. И я пошла выбирать себе кошку. Ребята, а вы пока подписывайтесь на канал Ушасти Кидс. Давайте насобираем 1 миллион подписчиков и напишем Наташу проиграй. Наташа, выиграй! Ты хотела сказать, да? Проиграй. Так. Я буду выигрывать всегда. Я буду злой Катя. Кстати, ребят, вы просили Белочку с собой взять в кадре. Если она подойдет, мы ее возьмем. Белла! Так, Катюша, я хотела... Она, по-моему, ест зарядку. Белла! Она заряжается неоном. Выбирай гипертома. Где он? Он от меня убежал. Сейчас Белла придет светящаяся в неоновых лучах. Белла, сядь за меня, поиграй, пожалуйста. Мне надо выиграть. У нее лапка болит. Слушай, где он спрятался? Я не могу его листа, найти. Листа, листа еще. Моя гиперанжела уже готова. Где же гипертом, ребята? Вот она. Давай, скорее его бери. О, вот и он. Выбирай локацию. В какой побежишь? Моя гиперанжела готова. Соревнуемся на неоновые вот эти штуки, батарейки. Давай вот у кого больше батареек, кто-то выиграет. Окей, я тоже к тебе. Побежали. Ну, давай. Так. А что мы собираем? А, неоновые штуки. Неоновые батарейки, да. У кого больше батареек, кто-то выиграет. А еще, ой, забыла телепортироваться. А еще мы сегодня передадим, друзья, вам много-много-много приветиков. Как всегда, кто хочет получить привет, пишите в комментариях имя и фамилию. Но уже сегодня будут новые приветики. Катюша, а что же ты знаешь, кто выиграл? Помнишь, мы обещали передать привет тому, кто угадает имя моего попугайчика? Да, угадала девушка, угадала. Я вот только забыла отдельно выписать ее имя, ребят, простите. Я обязательно передам вам привет первым, но только это уже будет... Будет следующий четверг. Будет первое имя того, кто угадал попугайчика. И теперь мы можем говорить, да, что его зовут? Да, Кеша. Кеша Иннокентий. Иннокентий. Кешка. Сколько у тебя батареек-то уже? А то мы бежим, то мы болтаем. Я... Ты все батарейки собираешь? Я все. Ничего не пропустила? Конечно. Я ничего не пропускаю сегодня. Я... Устремлена к победе, и сегодня я однозначно выиграю! Так. А я магнитик, что делала? Ты скажи, сколько у тебя батареек? Я не скажу, пусть это будет секретиком для я тебя. Я все равно вижу, Дита, ты меня угоняешь. Все равно сейчас мы тебя с Анжелой обгоним. Как тебе, кстати, играть? Гипертомом нравится? Слушай, мне кажется, мы сегодня с ним победим. Победите? Однозначно. Сегодня мы нацелены с Томом. На победу. А как тебе, кстати, игра «Бег за золотом 2»? Понравилось, мы с тобой играли? Да, слушай, вообще здоровская игра. Мне кажется, вот это то, что нам с тобой нужно. Еще одна батарейка. И ребята, мне кажется, тоже будут с нами играть с удовольствием. Да, им, кстати, тоже понравилось. Они написали, что вторая часть им очень понравилась. Я иду, беру батаречку, иду в скейт-парк. У меня уже, кстати, 17. У тебя больше. Конечно, я сегодня серьезно тренировалась. А, куда? Я же ушла туда. Ладно, давайте, давайте. Так, так. Ой, ой, меня чуть не сбил поезд. Так, так, ты меня догоняешь, ребята. Все, я улетела в небо. Я летчик. Так, я люблю летчиков. Так, Катя, что ты летчиков? Мне больше нравятся скейтбордисты. Так, ну, каждому свое. Мне больше нравится кататься на скейте, чем летать на самолете. Самолеты, честно говоря, люблю не очень. Даже боюсь их. Особенно, когда они приземляются и поднимаются. Так, а я тоже начинаю опускаться вниз. Я врезалась. Так, отлично. Вот это же просто хорошая новость, Катюша. Так, у меня еще одна батарейка. Я тебя там не догнала? А, я
я тебя погнал. Ребята, Наташа не говорит, но я вам скажу, у нее 30 батареечек, а у меня уже 34. Так, ничего страшного. Это просто временное явление. Временные трудности. Да. Не забывайте писать имя и фамилию в комментариях, если хотите получить пушистый привет от нашего канала. Так, я смазала. Анжела. Я буду закрывать тебе глаза, да? А как? Ну как еще? Я не знаю. Тебя победить. Ты же все время выигрываешь. Ты немножко отстаешь. Давай догоняй скорее. Я хотела уйти. Ребята, а вы хотели бы, как Наташа, поиграть вместе со мной в онлайне? Кто хотел, напишите в комментариях. Кто хотел бы посоревноваться в игру «Бег за золотом», пишите «Я». А еще напишите, за кого вы сегодня болеете, Катя или Наташа, как всегда. Мне кажется, сегодня ребята болеют за меня. Так, у меня что-то рука немножко устала. Скорость, у меня сумасшедшая скорость. Так, я сейчас, наверное, догоню енотика, как ты думаешь? Ой, ты попала в логово к еноту. Да, да. У тебя там есть эти батарейки? Да, конечно. Так. Ой-ой-ой. Кстати, Белла не захотела с нами играть в бег за золотом, она играет в футбол. Белла футболист. Да, она любит очень. Смотри! Слушай, нота. Мне ребята дали просто сумасшедший лайфхак. Они сказали мне бить пальцами. И я выиграла, смотри, 500 скидков. Скажи, да? А я сейчас, кстати, это, не убей Тома. Белла перенесла сюда мяч. Будем футбол играть с Беллой? Так, ой, Ты знала, что такое, такой вот лайфхак, что ты меня учила вот бить тремя пальцами по еноту, да? Ребята, тебя научили? Да, это мне дал... Питью! Да, я выиграла вот 500 сразу слитков. Так, немножечко я прям совсем отстаю. На три батареечки, да? От себя... я врезалась! Надо как-то мне тебя обойти. Что же мне делать? Для этого так. Нужно какое-то коварство применить. Где енот? Где енот? Вот он. Сколько там? 5 пальцев. Я буду... Так, нет. Смотри, сколько золота из него. Это мой лайфхак. Три звезды. Смотри, меня научили, а я себя научила, да? Да. Вот так вот, да? А теперь мы еще ребят научили. Спасибо большое за совет. Теперь шикарный. Все будут играть. Я врезалась. Это была стена. У меня, кстати, взрывчатки уже потратилось сегодня. Я вообще не представляю, сколько. Белла, будешь с нами играть? Белла? Белла хочет есть. Что там, 54, да? Кать, ну хватит, ну хватит. Меня сбила машина снова. Это я ее отправила к себе на машину. У нас с тобой еще, кстати, 30 секунд, и будем передавать привет. Будем сверять результат. Ножку отбила. Моя киса отбила ножку, у нее звездолет. Так, 56. Так. Ой, мы наравне идем. А у тебя сколько? Так, у меня, 57, чуть не перепрыгнула. У нас 10 секунд, Наташа. Блин, я думала, это нужно пройти. Я врезалась. Так. Я прям волнуюсь. Мне, кстати, надо было врезаться или нет? Так, стоп. Не, вот так, стоп, все, у нас 30 секундочек. Так, ну что, давай. Она все-таки выиграла, ребята. Ты на пушке на целых 4 батареи. Мой звездный час пришел, Катя, сегодня просто запомни этот день. Запомни, какое сегодня число. Какое сегодня, кстати, число? Я не помню, но это... 18-е, сегодня день рождения у моей мамы. А ты знаешь, что еще не только у твоей мамы, сегодня день рождения у Деда Мороза. Почему Деда Мороза? Ну, мы порадовались, мы так сказали, сегодня день рождения Деда Мороза. И твоей мамы. И моей мамы. Ну что, давай приветики быстренько передадим. С удовольствием. Давай, начинай. Ты сегодня выиграла, и начинаешь первая передавать привет. Ребята! Всем привет! Всем привет, ребята! Потому что вы за меня болели, я чувствовала вашу поддержку и тепло, и я просто зарядилась вашей энергией.
Так, я хочу передать самые первые приветы, самые горячие. Это Гончаровой Даше и целому третьему Д-классу 61-й школы. Привет, они друзья. Очень попросили, да. Так что, ребята, горячие вам привет. Вот так вот, воздушечку. Так, еще привет, Антон Начвин будет у меня получать, и Аня Дедок. Михаил Николаев получает привет, Антон Пшеничный. Лера Кубло и ее песик Арчи. Лера, как всегда, передает приветик для себя и для Арчи. Вот что значит настоящий друг, да? Да, песик Арчи. А еще получает привет у нас Петр Кузик. Да. Сабрина Демирова, да? Угу. Полина Кириллова получает, Лолита Рязанцева получает, Лиза Румянова, да, Сабрина Демирова. Приветик вам. Семен и Гаврилин, да? Да, подожди, где? Здесь вот. Да, Семен Гаврилин. Да, Люсина Дудкина, Лолита Рязанцева, Руслан Янборисов. Так сказать, он мне дает такой лайфхак. 5 пальцами бить енота и 500 слиточков мы получаем. Спасибо тебе, Руслан, за подсказочку. Так, Люсьена Дудкина получает. Рита Четина. Кира и Дарья Золотова, да? Да, да. Аня Дедок. Святослав Гринчук получает еще привет. Привет всем. Давай тебя тоже, что же, давай поделим с тобой. Это все я, давай ты. Победитель. Давай, я как раз завершающий привет передам на сегодня. Мира Джусубаев получает большой привет. Виталий Школьный, Полина Кириллова, ее щенок Гром. А также Зоя Ткаченко и кошка Картошка. Приветик вам и хорошие. Артем и Ульяна Шевякова и Яна Шевякова и 4-й Б-класс, школа номер 3. Огромный вам приветик, друзья. Привет также получает Агафья и Вова Лучковы, Крыска Бриджи, да-да, Юля и Артур Бабенко и пес Граф. А также привет получает Лилия Бордунова и Викуля Тимошенко. Вот такие приветики на сегодня, друзья. Если вам этот ролик понравился, обязательно ставьте ваш лайк. И подпишитесь на канал Ушастик Kids. Но новая серия вас ждет в субботу. И ролик, скорее всего, выйдет где-то в 12 часов дня. Да, где-то в 12 или в час. Проверяйте, хорошо? И подписывайтесь на канал Ушастик Kids. Всем пока-пока! Пока! Пока, ребята!